Ремонт от профессионалов. На счету компании «Корона Ремонта» десятки успешных сданных объектов. Здесь продумывают каждую деталь до начала работ. А мастера-отделочники, стаж которых порядка 20 лет, воплощают идею выверенно, с точностью и без ошибок. Компания предлагает все виды работ, в том числе и под ключ. Разработка дизайн-проекта, черновая и чистовая отделка, проводка электрики, установка сантехники, ремонт любой сложности. Накопленный годами опыт, а также индивидуальный подход к каждому заказчику и позволяют прийти к ремонту мечты в квартире, доме или офисе. Самое главное в отделке, а именно общение с людьми, с заказчиками, то есть быть на одной волне с заказчиком, понимать его, а этого, собственно говоря, многие лишены. У нас главный принцип не заработок, а именно помочь людям в отделке. Соответственно, вместе находим решения, которые будут важны для заказчика с точки зрения визуализации, экономики, комфорта и удобства. Заказчики настолько доверяют компании, что немало ремонтов ведется удаленно, а клиенты из других городов или стран получают фото и видеоотчеты о каждом этапе отделки. В портфолио опыт ремонтов почти во всех типах домов города. От сталинок, хрущевок и панельных до домов премиум-класса. У команды «Корона Ремонта» немало масштабных проектов, которыми они действительно гордятся. Самый интересный проект был вот на площади Терешковой. Из старого коммунального дома середины 20 века сделали весь этот проект полностью. От демонтажа до монтажа. То есть вся ответственность была на нас. И, кстати, заказчица, она из другого региона. Был у нас офис тоже интересный на территории старого завода. Просто по желанию сделайте нам для инженеров. То есть там нам нужны розетки и столы. Организовывали им пространство рабочее. Был большой офис на территории бывшей швейной фабрики. Делали тоже огромное такое офисное помещение. При том, что там были максимально ограниченные сроки. За 3 месяца мы сделали 380 квадратных метров полностью все. Специалисты «Корона Ремонта» с радостью поделятся советами и лайфхаками, которые помогут подойти к отделке с умом и в итоге сэкономить. Например, самый удобный, комфортный и непродолжительный ремонт, как правило, выходит во вторичке не старше 10-15 лет, так как в основном это косметический ремонт. Теплый пол не панацея. Для квартир выше второго этажа часто он попросту не нужен или только точечный. Локально. А для частного дома лучше делать теплотехнический расчет. Мастера подберут и оптимальные материалы в соотношении цена-качество. А перед покупкой жилья лучше сперва узнать и сформировать бюджет по работам и материалам. Всегда лучше составлять дизайн-проект, поскольку он упрощает взаимопонимание между заказчиком и исполнителем, экономит время и бюджет, так как практически исключает переделки и бесконечный выбор материалов. На данный момент это лучше и выгоднее, чем натяжного потолка. Сейчас нету ему замены, потому что это максимально цена-качество. По напольным покрытиям сейчас, конечно, идет номер один – это кварц-винил. Он по стоимости примерно как керамогранит, но его, собственно говоря, укладка кратно дешевле. По стенам многие люди хотят сначала у нас окрашивание или декоративную штукатурку. Самое главное – это освещение. Если вы делаете окрашивание, никакого не должно быть света на стены, потому что окрашивание, оно требует идеальных стен. Идеальные стены – это достаточно дорогостоящая работа. Сейчас уже больше случаев те, когда люди отказываются от ванны. Сейчас именно выбирают так называемые подиумы. Выкладывается плиткой подиум и просто ставится душ. Это гораздо удобнее. Оно выглядит эстетичнее, чем старые пластиковые душевые кабины. «Корона Ремонта» готова и заказать необходимые стройматериалы, поскольку у компании есть надежные магазины-партнеры во всех сферах отделки. От плитки и сантехники до окон и мебели. Консультация, встреча на объекте и просчет стоимости всегда бесплатны. И что важно, смета обговаривается и фиксируется до начала работ. Поэтому у клиентов компании не возникают непредвиденные расходы. «Корона Ремонта» на связи ежедневно с 8 утра до 9 вечера.